Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Начали мы сегодня монтаж теплицы капелька 3М. Небольшую, но очень качественную и надежную. Собрали глухой торец. Здесь будет стоять она. И все потихонечку собираем. За руку поставили. Вот мы и закончили монтаж теплицы капелька 3М. Габариты теплицы 3 метра в ширину, 2 метра в длину. С шагом метр можно сделать любой длины. Теплица сварена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20 и 20 на 40. Дальний торец глухой полностью, и здесь цельная дверь на крючке по всему периметру торца. Уплотнительная резинка на поликарбонате, защита сот, перфолента и профиль торцевой. Поликарбонат 4 миллиметра, ширина, плотность 0,8 нанометра. Фундамент теплицы брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Плюс клиент сделал подставки бетонные. Очень надежно. Сильных наворотов в теплице самой нет внутри. Стоят укосины для большей жесткости конструкции. И колышки по углам. Теплица стояла мертвая. Ветер, ну что, ей не страшно. Все, заказывайте металлоконструкции, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, ответим на все. Все, всем пока.